Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood, и сегодня мы разберем проект Ouroboros. Это, ребята, очень классный криптовалютный проект, который сейчас на старте, то есть у проекта токен еще даже не имеет своей токеномики, то есть если видите, вот мы нажмем, она еще не запущена. То есть это проект, который еще до пресейла, до престарта, можно сказать, запускается сейчас. И мы увидим, что будет с ним в будущем. Пока что уже проект набирает много последователей, много пользователей уже вступили в сообщество, задают вопросы и так далее. То есть команда тут разрабатывает все, у них дорожная карта, разработчики все в работе, то есть у них свой GitHub, тут API, документы, то есть Ouroboros, все можете глянуть. В экосистеме у них в планах запустить Wallet, то есть кошелек, Farm и Trade, но Trade уже, ребята, можно сказать, запущен, если мы нажмем, тут они уже свапалку подключили. Тут можно подключать вот так кошелек, то есть и вы подключаете любой из своих кошельков, там MetaMask или MetaMask, TrustWallet, Coinbase, Wallet Connect. В принципе, как и везде в свапалках. Ну, видите, что все пока что в разработках. Там на Wallet нажать, в разработках, вот. И снизу мы можем вот узнать больше о перспективах проекта. Вот кэшбэк из SwapTorrent, что у них в планах. То есть протокол Ouroboros имеет доступ к циклам арбитражной маршрутизации, что будет позволять получать прибыль от MEV при обмене активами, который будет извлекать прибыль, которая уже находится в блокчейне, генерируется за транзакцию. Потом, ну, естественно, оплата за газ. То есть просто будете использовать безгазовый обмен Ouroboros, который будет как бы с минимальными комиссиями. Агрегатная ликвидность, которую сможете поставить. Управлять своими активами сможете. Кошелек уже, ну, то есть как бы будет кошелек, который вы сможете вот скачать в Play Market и в App Store, то есть его добавят на данные платформы. Вот, вы сможете тут скачать. Ну, в принципе, наверняка его добавят и сюда, поэтому на официальном сайте вы тоже сможете скачать. Вот тут больше будет информации о Ouroboros кошелек, используйте DeFi, новый век трейдинга, то есть будет информация о обучении от самой команды, то есть Ouroboros. Агрегация ликвидности будет тут, то есть вы сможете больше прочитать об этом. Ну и протокол вечности, ну или Eternity Protocol, в котором они уже больше, ну, расскажут об этом. Вот так выглядит, ребята, их Twitter, я вот подписался, обязательно заходите сюда, потому что, как видите, они здесь запускают иногда конкурсы. Вот был у них конкурс Curve 3, где они разыграли приз $88. Плюс 1314 URB, то есть 1314 Ouroboros. После чего они тут, ну, запостили всякие картинки свои, идеологии, то есть что у них как. Ну, то есть информацию они здесь постят. Вот конкурсы, ну, действительно часто вот конкурсы происходят. То есть весь проблем тут всякие арты и так далее. Ну и информация, вот была же информация про амбассадорскую программу. И они вот рассказали вот. Амбассадоров набирали, вот, то есть, ну, там была форма, и сейчас может, можно, ну, то есть, проверяйте всю эту информацию в Твиттере, самая мелкая информация, очень много. Также не забывайте, ребята, подписываться на их медиум, тут они также постят информацию важную, в основном тут, конечно, информация речи уходит, потому что она связана с какими-то серьезными, например, вот, Ouroboros будет сотрудничать с LRBM Foundation, объявление о партнерстве, то есть, например, с каким-то вот другим проектом, как в перспективе уходит, потому что, ребята, это тоже еще один проект, который диссертирован на бирже, который обеспечивает ликвидность и осуществляет одноранговые транзакции в сети Moonriver, и команда с LRBM является ведущим DEX сети. Ну и тут они рассказывают о себе и о них, то есть и вы можете потом хоп, и брать информацию и узнавать больше об этом. Такой у нас вышел ролик, ребята. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь также на их социальные сети, подписывайтесь на их вот Twitter, как я сказал, также заходите в их Telegram сообщество, подписывайтесь на их Medium, Discord. Ну, я желаю удачи, всем пока!